Коронавірус наступає хвилями. Ми зараз переживаємо першу і не в змозі спрогнозувати точну амплітуду епідемії в нашому регіоні. Тому створення госпітальних баз, готових приймати пацієнтів із COVID-19, справа логістично непроста, але необхідна. Фахівці орієнтуються на три основні фактори. Наличие персонала, прежде всего анестезиологов, которые могут лечить осложненные формы пневмонии. Второе – это наличие оборудования, потому что вылечить пациента мы можем только на хорошем, качественном оборудовании. И третий момент – это быстрая доставка пациента к месту реанимации. Мы также сейчас отрабатываем и вопросы обсервации и забора материала. Поэтому сейчас, вот буквально сейчас работают люди в департаменте в отношении создания специальных мобильных бригад, которые будут ездить по вызову семейного врача при сообщении о том, что есть какие-то подозрения на коронавирус лиц в самоизоляции, а мы говорим прежде всего о самоизоляции. Будут выезжать такие мобильные бригады и осуществлять забор биологического материала для направления его на лабораторию и определения ПЦР-анализа. Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Дніпропетровської державної медакадемії мобілізована на допомогу у навчанні лікарів госпітальних баз. Пригадати знання та освіжити навички роботи в умовах пандемії не завадить нікому. И самое главное – протоколы. На сегодняшний день есть пока 663 приказ Министерства здравоохранения, но сейчас будет пересмотрен протокол, и мы будем самым главным работать – это создание протоколов, доведение их и обучение врачей, оказание помощи в случае, так сказать, работы с больными, с которыми будем сталкиваться. Поскольку нет еще массового поступления, дать каждому врачу области возможность осознать, как работать с этой аппаратурой. Нет такого врача, который не умеет работать или не умеет проводить искусственную вентиляцию легких. Это основа нашей специальности. Но в условиях патологии или заболевания поражения легких, там есть масса нюансов, которые мы будем сейчас стремиться освоить аппаратуру. Врачи очень организованы наши, безотказны, большие патриоты. Одна із крупних лікарень першої хвилі – Дніпропетровська обласна імені Мечникова. Іменно врачі лікарні Мечникова спасли 3 тисячі самих тяжких ранених, яким потрібна була вентиляція, які приходили к нам без сознання, в коматозному стані. Ці всі ситуації у нас були кожен день. Іменно це той важливий аргумент, которые сочли руководители области для определения базы резервной для больницы Мечникова.